Короче, ничего не говорю за шансон. Я его слушал в пацанячьем возрасте, когда пиво бухал там где-нибудь, блядь, в подъездах или где-нибудь. Но не могу нихуя. Пошел я с Мишкой меняться флешкой. Мишка говорит, Европа плюс какую-то накачал. Сам бежит. Кого больше-то заебало, походу, тебя, раз ты сам бежишь? Ой, блядь. Короче, взял у Мишки флешку. Он, говорит, закачал какие-то две там папки здоровых Европа плюс 50 на 50. Сейчас мы послушаем, что тут. Он пускай шансон слушает. Саша нас с флешкой обломал. Я вообще свою флешку не хотел отдавать. Но у него нет такого разъема. Пришлось мне ему свою отдавать флешку. Блин. Как она еще? А, вот. Это что такое, Миша? А если я кого-нибудь подберу, блядь, в кабину сядет, он же охуеет, скажет, в розовой футболке едет, блядь. Ко мне, нахуй, аж сам. Остановили с плашкой меняться, он сам прибежал, блядь. Сейчас послушаем, что тут есть. Унесет в туман, но по млечному пути мне больше не пройти.